Good morning! Привет всем! Вы на канале Leonardo the American Boy! Как ты проснулся сегодня? Хорошо? Скажи good morning! Мама его фотографирует. А мы собираемся ехать в куда, Лео? В Сан... Сан-Франциско. Поэтому ты уже оделся почти. А всем скажи, поехали с нами? Поехали с нами. На чем мы едем? На Хаммере. Нет, в этот раз мы едем на та. Вот. Правильно. Ну все, поехали с нами. Let's go with us. Come with us. Скажи, come with us. Bye-bye. Привет, Лео. Мы на полпути в Сан-Франциско. Смотри, какая красота здесь у нас впереди. В Калифорнии в основном всегда высыхает вся трава. Летом нету зеленой травы, к сожалению. Поэтому мы хоть зимой видим зелень, красоту. Смотрите, какой рокер, байкер летит на жирном мотоцикле. Харли Дэвидсон. Эта тачка, ой, этот мотоцикл силой такой же самый, как наша машина. Что еще рассказать? Небо голубое. Погода сегодня хорошая. Так что сегодня должно быть тепло в Сан-Франциско. Не так, как обычно, холодно и дождливо. Но мы надеемся. Приедем, посмотрим. А вот наш папа за рулем. Здравствуйте, молодые люди. Oh, we're speaking English, I forgot. We're talking English from now on. We are driving to San Francisco. Мы едем в... Все сразу поняли? В Сан-Франциско. Все, на этой ноте увидимся уже в самом городе. А может еще на мосте каком-то интересном. Лео, скажи что-нибудь. Скажи привет. Скажи, как дела? Как дела? Здесь мы видим ферму, где производится молоко. Здесь пасутся миллион коров. И все приходят доиться на ту ферму. Потом мы это молоко пьем по всей Северной Калифорнии. Покажи впереди, как красиво. Приблизно корова. Да, они вижу корову. Вон. Они видны. Вот здесь американские горы. Приближай. Я приблизил. Приближай. Да. Еще приближай. Максим, видно есть? Да. Оттуда, ну, когда в детстве у меня школа, когда при выпуске школы, всю нашу школу, 12-классников возили, ну, за счет школы мы там катались. Очень страшные вещи. Когда Лео станет 5 лет, мы туда будем ездить каждый, не день, а год. Я надеюсь, что не каждый день, а то с вас ничего там не останется. Надо делать Новый год, делать особо. Итак, дорогие друзья, мы сейчас на мосте, называется Carquinez Bridge. Он соединяет полуостров Валехо с полуостровом Сан-Франциско и Беркли. И вся Бэй-Эрия разбросана по таким полуостровкам. Поэтому это новый мост, который построили. А раньше стоял тот старый, страшный, железный. Его так сделали, что выезжающие из Бэй-Эрии по тому мосту, а заезжающие по новому мосту. Так что добро пожаловать. Мы на этом мы уже официально в Bay Area, где жизнь на недвижимость значительно выше and more expensive. Здесь очень крутая погода, поэтому тут все дороже. Все, до Сан-Франциско даунтауна нам пишется 29 минут. Так что еще терпение набираемся и едем дальше. Мы подъезжаем к пункту оплаты за проезд. За мост. Хочу тетрабэк. А чё бы нам... Тут начинается пробка, потому что... Там, где вся куча машин стоит, это обозначает, эти все люди платят наличкой. А все там, где нету пробок, это люди проезжают с fast track,
Line. У них в машине такой чип стоит. Когда они проезжают, у них с автомата с банком снимается. 5 баксов или сколько там. Сейчас 4 доллара стоит. А все люди, которые здесь стоят в депрессии, в пробке, это наличка. Это люди, которые не так часто ездят, и им не нужен этот чип. А те, которые ездят с чипом, они чуть ли не каждый день или несколько раз в день проезжают и платят за мост. Таким образом. Is that clear? Все понятно? Все понятно. Плохо, что мы не успели перестроиться. Мы в большой пробке. А там тоже, видишь, кэш. Поедем, поедем, поедем. А вот надо платить, платить надо. Совершенно надо платить. Итак, здесь стоит сейчас 4 доллара. Hello. Good. То есть, и он поставил отметку, что мы заплатили, и нас пропустило. Но если бы он, если бы мы не заплатили или не доплатили, нас бы сфотала камера, по номеру машины определили наш адрес, нам бы пришел бы штраф 25 долларов. Да, то есть 5 долларов проезд и 25 штраф. Поэтому у меня на прошлой неделе такой штраф пришел, потому что у меня не было с собой налички. А кредитку они не принимают, поэтому я заплатил. So, итак, мы approaching the самый красивый, ну не самый, но один из красивых новых мостов, который построили сейчас. И мы к нему сейчас подъезжаем. Итак, друзья, мы сейчас едем по новому мосту. The new bridge. Как он называется, не знаю конкретно, но это часть Bay Bridge, потому что через маленький Treasure or Island, через остров сокровищ начинается Bay Bridge. А вот здесь на фоне мы видим старый мост, который раньше использован был. Интересный факт, что его дороже стоит разобрать, чем его оригинально построили. Разборка и разломка стоит значительно дороже. Но, наверное, из-за того, что в 60-х, когда его строили, доллар был значительно сильнее, и он нанимал больше работников, чем сейчас требуется. Работнику 50 долларов в час, чтобы здесь работать. Итак, мы доезжаем до... Как называется этот остров? Остров Сокровищ. Лео, покажи Лео. Покажи Лео. Лео, ты excited? Excited. Мы сейчас заезжаем в остров Сокровищ. Мы, кстати, тут мы выйдем. Вы не против там? И тут, к удивлению, здесь exit с правой, с левой стороны. Обычно выход с правой, а тут с левой. Так что выходим. Очень быстро, резко. Мы вам не покажем арку. В этом арке мы всегда сигналим, когда мы ездим. Но сейчас мы на нее не попадаем, просто смотрим, как резко. А тут резкий поворот. Да? Вообще. Ладно. Итак, дорогие друзья, мы в острове Сокровищ. Ему запах ощущаете как? Да, запах. И куда нам ехать? Налево или направо? Думаю, направо. Treasure Island налево. Направо, направо. Итак, друзья, мы едем по острову Сокровищ, с которого великолепнейший видно город Сан-Франциско. Там тут деревья закрывают. Закрывают деревья, но мы сейчас выйдем на простор. Это небольшой островок, здесь закопанных очень много сокровищ, наверное, поэтому он так и называется Treasure, сокровище. А здесь стоп. Не в тему, конечно, но стоп. Вы, друзья, видите достопримечательность Северной Калифорнии перед вами? Мост Золотые Ворота. Да, как мне сделать видео? Друзья дорогие, мы приехали на остров Сокровищ, где Лео нашел свое сокровище. На этой ноте видео заканчивается здесь. Нам осталось пересечь этот мостик, подтусоваться в городе Сан-Франциско и обратно выехать через мост Золотые Ворота. Вон там где-то. А сейчас мы всех благодарим, всех, кто нас смотрели. Thank you very much. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Все, в следующем видео увидимся в городе Сан-Франциско.